Доброе утро! Мы уже такие достаточно свежие, хоть и поздно пришли. Сейчас пересматриваю влог, хочу вам его открыть. Наверное, не успеваем немножечко, да? Всем привет! Я его настроил в 12. Я не успеваю. Он сюда выйдет без тегов. Короче. Сейчас. Вчера очень было все круто, мы поздно вернулись, мы потом еще пошли, поняли по влогам, не засняли, пошли с девчонками в их номер, у них был президентский номер, на самом верху там душ такой, в сторис показывала, моешься, смотришь на замок президента, короче, очень классно. Мы там потусили еще, потом пошли погуляли и потом приехали уже домой. Утром встали пораньше, потому что запланированы уже дела. Приехали на завтрак, сейчас скажу, Бамбук Лаунж. Нам сказали, и Ленин друг сказал вчера, так можно сказать? Конечно. Что это очень и очень красивое атмосферное место. Мы сейчас их посмотрим. Так, ну что, пришли мы вот сюда покушать. Я когда в это место ехал, я думал, где же здесь можно поставить машинку. Оказывается, можно спокойно приехать и поставить вот здесь машину. Стояночка есть. Для Риги это круто. Заходим. Ну, заходим. Ну, заходим. А, окей. Заходим. Да, Максимка вообще в шоке, когда пришел, увидел модельки разные. Сынули, да? Здесь модельки и вон там модельки. Что у тебя есть? У тебя аудио-то есть? Точно. Максимка вообще оторваться не может. И Полиночка тоже. Большой гелик? Да, где гелик? Показывай, где гелик? Где гелик? А, вот гелик. Угу. Ну, что вы ругаетесь? Ну, это Мерседес, правильно. А там настоящие фотки машины. Так, ну что, нам принесли менюшку. Открываем и смотрим. Соответственно, такой мини-обзорчик. Это завтрак. Видите? Английский завтрак. Омлет. Утренние сэндвичи с картошкой фри. Здесь разные салатики. Цены я не буду говорить, вы сами видите. Здесь очень все. Да, нет. Короче, здесь менюшка очень большая. Очень много здесь выбора. Что-то я подзамерзла, я кофту не надела, поэтому куртку не снимаю. Меню просто огромное. Выбор, суши, роллы, воки, супчики. Чего ты смеешься, дочь? И мы вообще не смогли определиться, да? Хотелось попробовать просто все. И к нам подошел парень очень приятный и предложил нам накрыть стол. Из того, чтобы мы много чего попробовали. Так что ждем, ожидаем. Детки тоже заказали какое-то детское меню. Ну, пока что все очень хорошо. Короче, принесли уже кофеек. И знаете, что я заметил? У меня начинает болеть голова. Мне кажется, вчерашний 3 литр шампанского был бракованный. Что стало голова болеть. Так, ну что, вот нам накрыли стол. Я не буду говорить все, что здесь есть, но сами посмотрите. Там вот у Настюши там вот супчик. Так, да, у меня там ям, да. Который с курочкой, я не смотрю, продукт, потому что мне тоже есть. Это с курочкой. Там кальмар. А, да, хорошо. Вот это простые роллы, как они любят. Здесь баклажаны вроде бы. Да. Здесь у нас фасоль, кабабы вот эти, да, домами. Да. Мне кажется, это баклажан с соусом, да? Здесь цветная капусточка в кляре, все. Это вок. Это с курочкой. Вок, да. А вот там это не как. Здесь тартар, лосось, тунец, авокадо и все на тост. Да. Это детское меню. Детское меню. И роллы холодные, горячие или пробные.
Ну что, приятного аппетита. Спасибо. Очень вкусный был том-ям. Это бомба. Там были и кальмары, и креветки, и курочка. Он был такой вкусный, бульон был очень вкусный, остренький. Нам очень понравился. Еще вот эта цветная капуста в кисло-сладком соусе. Это моя любовь. Я не знаю, как они это приготовили, но это безумно вкусно. Если сюда придете, это 100% тоже надо попробовать. Баклажанчики тоже в кляре, такие хрустящие, очень вкусные. Реально очень. И понравился тартарчик. На хлебушек, на тост. Очень-очень вкусно. Сначала Филадельфия. Здесь какая-то интересная Филадельфия, да, была? Угу. Сказали. Она с... Боже, какая-то интересная. А с икровой, да? Чего? Ну, пробуй, Зая. А ты что смотришь, Ева? Ева? Ну как, вкусно? Очень вкусно, да? Тем, кто живет в Риге, или тем, кто будет в гостях в Риге, это место обязательно посетите. Настолько было все вкусно. И возьмите вот то, что мы взяли. Если не попробуйте, нам не очень вкусно. Нереально. Нереально вкусно. Ева желает. Очень было вкусно. Угадайте, куда вы пришли? Ева, что ты там лаяла? Скажи мне, пожалуйста, вот что ты там лаяла? Ну-ка, быстро пойдем. Папа, что у нас происходит? Нифига себе! Да, мама, я тоже такую хочу! Не пришли деньги? Нет, еще. Кирилл? Привет, Илья. Как вы поняли, мы находимся у Илюши в гостях. Лиза с Кирой. Лиза, Кира, должна вот-вот подойти. Они пошли на какое-то мероприятие. Илюша сейчас общается с Полиной, готовит там кушать. А если... Чего такое, Максимка? Упал? Да? Подожди. В Риге очень холодно, все экономят отопление. Я не могу экономить на отопление. Ты не экономишь отопление? Ну, я бы тебе, Заинька, тоже накрыл бы пледиком, но у меня камера, я снимаю. Лиза! А, Лизы нету еще здесь. Ты сказал, что девочка? Да, да, да. Точно, точно. А у меня что-то? А у тебя? Илюша что приготовил? Улыбка, носик, глазки, волосня. Слушай, а ты, наверное, комментарии не читаешь, за столько времени уже просто каждый второй писал, где вы. А да? Потеряли вы. Они просто дома. Все в порядке. На ком? Кто? Приятного аппетита, мальчики. Привет, надо? Конечно. Все, ребят, мы уже едем дальше. И сейчас тоже писали комментарии. Я сейчас прочитаю вам. Оксана написала: «Привет! Наверное, вы увидите с Ильей, Лизой и Кирочкой. Долго мы не видели эту семейку веселую. Много вопросов было у народа по этому поводу». Да, на самом деле и правда, за полгода, да, наверное, у людей много было вопросов. Но все хорошо, мы очень часто общаемся, мы постоянно общаемся. Но тогда, когда мы приезжаем в Ригу, у нас не получалось увидеться, да? Угу. Потому что люди работают, не совпадают, бывают выходные, это абсолютно нормально. И представляете, сегодня мы должны были к ним как бы утром, да, приехать. И... Но так как у нас была тусовка, и мы пришли... Поздно. Ну, не поздно ночью. Рано утром, поздно ночью. Но мы не смогли никак утром. А потом у Лизы и Кируса уже свои были запланированные дела, поэтому посидели только с Ильей и не смогли их дождаться, потому что нам нужно быть в Лепе в определенное время уже, ну то есть мы не можем засиживаться и ждать. Но скоро увидимся. Все, запланировали, да? Сейчас едем дальше, нужно заехать в магазин и нужно заехать на один адресочек, а потом уже поедем в город наш любимый. Если честно, меня прям вырубает. Зай, можно ехать? Меня прям очень вырубает. Я прям вот сейчас села в машину,
включилось тепленькое сиденье и понимаю, что у меня глаза даже болят, насколько я спать хочу. Да, у тебя тоже? Нет, у меня все. Ты нормально проснулся после кофе? Прекрасно. А мне кофе не помогло. Я зеваю. Я хочу спать. Но мы очень классно, как и обычно, провели в Риге свои выходные.